Это родина, оформленная, объединенная публичным правом. Множество людей, связанных с общностью духовной судьбы, изжившихся на единственной эпохе. Но любви к родине, потому что не напомню жизни любви граждан к своей родине. И духовной общности, потому что я читал, в чем же суть сущности государства, вот смотри. Ну ладно. Сейчас. Сущность государства в том, что все его граждане, интересы, цели и еще один интерес. Короче, все правильно, а вот в 16-м там первое и последнее я говорил. Я кушать пошел. Погоди, стой. Что? Анализ исследовательской программы концепции. Я тебе говорю, первое и четвертое. А здесь? Чё? Да. Или что-то мы тут какой-то... А вот я тебе говорил. Я запомню, я запомню. Массовое производство товара. Нет, это был самый первый вопрос. С антитехницизмом. Ну, я думаю, да. Я хочу с тобой... Автор недоволен. Погоди, я хочу с тобой сдать, чтобы это... Тогда нажимай кнопку. Сейчас, секунду. Что? Что, сдаем? Да. Третий. 40 из 50. На первый правильно, на 2. И тут ебать мы с тобой. А тут... Нет, тут скорее всего блок из этих... Из вопросов последних, типа. Которые... Ну, которые ты не выбираешь, а которые ты пишешь. Типа вопросов правильности их написания вот тут. Такое. А, так мы можем узнать. Вот. Неправильно, неправильно. И предпоследний там первый кейс. Да ладно, не массовое. Чё вы рассказываете, лол? Это фейк. Ну, третий это, по-моему... Не, это чушь полная, там не может быть. Там в тексте написано массовое производство, как-то может быть не массовое, блин. Ну, мы не делали эти скрины, поэтому... Так, чё, этот, скажи, так я скажу. Что? Есть четвертый, это пятерка, да? Третий, это А я не знаю. Я помню, второй, это по математике был, это не зачет. Третий, это а типа А тут тройка. Написано снизу-то? Нет, нет. Характеристика там что-то. Результата, ну выше был. Выше, выше. Прямо под вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Так мы что, получается... Ну, типа, ты умный, короче, но, видимо, недостаточно, не знаю. Да, надо поразвиваться, блядь. Хотя в тексте реально написано, блядь. Ну, там реально чушь какая-то. Я бы, блин, бугуртить начал, типа, what the fuck. Это очень странное дерьмо. Все, я ушел. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Жду тебя, чтобы поцеловать в носик. Я тут краем глаза посмотрел, ты чё, блин, какому преподу? А чё, кому? Да хуй верни, знает. Верни О на место. А. Преподаватель. Она подчеркнула слово препод, потому что такого нету, это как да называется? Я понял. Блин, ты шо?